Жители переулка Никитина сродни альпинистам. Только вершиной стала для них обычная лестница, которую покорять приходится буквально ежедневно. Наталья Мазурина каждый вечер, когда возвращается с работы, заранее готовится к тому, что к концу спустится уже не на ногах. Такой страх одолевает всех жителей переулка. В общем, все боятся, в общем, даже подниматься. Ну как, а до ближайшего выхода здесь тоже очень далеко. В основном это наша центральная лестница, по которой нам надо выйти к автобусу, к магазину. И даже мусор выкинуть можно только наверху. Самое интересное, что лестницу сделали всего 2 года назад. И за это время она уже успела разрушиться. Проблему видят все, даже те, кто заходит сюда изредка, друзьям. Вот пришла и говорю, подругу свою навестить, из-за этого не хожу к ней. Потому что здесь идти просто невозможно. Местные жители обращались во всевозможные инстанции, но ответом им послужили письма, в которых им объясняют, что денег на реконструкцию нет и в ближайшее время не предвидится. Но и это еще не все. Плюс еще ко всему она не чистится, то есть своими силами люди по мере возможности как-то это все дело чистят. Из-за этой лестницы несколько человек уже получили травмы. Один из них как раз когда самостоятельно эту лестницу чистил. Сколько еще людей пострадает до того, как здесь появится нормальный путь наверх, пока не ясно. Виктор Суриков, Александр Яковенко, Вести Калуга.